Температура воды благоприятна 36,6. Начиная с 25 градусов, это допустимая температура. Все, что ниже, 10 градусов, для организма недопустимо. Если вы начнете пить воду прямо из скважины, температура 5-6-7 градусов, первое, вы сразу заболеете, второе, вы отнимете у себя колоссальное количество энергии. Третье, вы посадите поджелудочную железу, потому что вода нальется в желудок, а тонкая стеночка очень у желудка, и она прямо сядет на поджелудочную железу. Четвертое, вы простудите лимфу. Как только вы охладите лимфу, сразу все бактерии перестанут уничтожаться. И, как правило, человек приходит и говорит, я попил холодного молока, через 2 часа у меня развилась ангина. Понятно, так и должно быть. Температура – это решающий фактор нашего иммунитета. Всегда, когда человек мерзнет, иммунитет прекращает свою работу. Ослабляет, у кого-то вообще прекращает. Поэтому мы с вами вчера говорили про комфортный температурный режим. Да? Поэтому пить воду надо, начиная от 20 градусов.